Он развернул флаг Украины в космосе. В будущем там же собирается спеть украинскую песню во время космических миссий. Он ест украинский борщ, а его сын из украинского города Днепро. Теперь американский астронавт Рэнди Брезник прилетел в Киев, чтобы вдохновить украинцев своей необычной профессией. Какова она, жизнь вне планеты Земля, расскажут наши журналисты. Очередь из желающих увидеть и услышать Рэнди Брезника лично растянулась на несколько улиц. Украинцы говорят, общение с астронавтом НАСА космически притягательно. Космос – это что-то такое, что еще не познано, человечество его не изучило. Интересно, какого размера Марс и какого он цвета? Какого колеру? Длинная очередь здесь никого не пугает, ведь знают, Брезнику есть о чем рассказать. Американец уже дважды побывал в космосе. Более 18 часов провел вне станции. Весь мир наблюдал в интернете, как в октябре 17-го он играет спиннером невесомости. Или поедает пиццу с коллегами. За время своих миссий Брезник успел стать кумиром для многих землян. Я так ценю, что он приехал сюда. Это такое впечатление. Ну, так круто, как будто в космосе побывать. Впрочем, любят украинцы Брезника не только за рассказы о космосе и видео вне Земли. В октябре 17-го на Международной космической станции астронавт развернул два флага. Родной для себя американский и украинский. Так американец поблагодарил страну за ребенка. Мальчика, усыновленного в украинском Днепре, за несколько месяцев до начала космической миссии. Я пришел к своему начальнику и сказал: «Сэр, благодарю за предстоящий полет, но можно прежде не полететь в Украину, усыновить там ребенка, а потом уже в космос». Он разрешил. И теперь мы с женой очень благодарны Украине за нашего прекрасного сына. Теперь он снова в Украине. Хочет вдохновить молодежь страны космическими приключениями и вовлечь в создание мирового будущего. В будущем в космос будут летать не только астронавты. Это будет как рейс в Париж или в Днепро, или в Одессу. Люди просто смогут выбирать место в космосе и отправляться туда. Это моя мечта. Говорит, будущее уже стремительно приближается. В космосе выращивают человеческие клетки и разрабатывают вакцины. Человек вскоре сможет пребывать вне Земли около 18 лет. Брезник считает, украинцы нового поколения способны сыграть в прогрессе большую роль. Мы в Америке очень расстроились, узнав о смерти Леонида Каденюка. Но я уверен, что познакомился здесь с новыми украинскими астронавтами, молодыми людьми, которые невероятно увлечены космосом и хотят быть к нему причастными. Американец говорит, был бы рад видеть украинских студентов в новых программах НАСА. Для себя же Брезник нашел новый космический челлендж. С борщом в космосе мы уже справились. Теперь мне нужно поработать над языком и внести в список заданий спеть в космосе песню на украинском. Астронавт уже посетил Днепро, на очереди после Киева – Житомир. Там, в музее космонавтики, американец оставит украинский флаг, который разворачивал на орбите планеты. Любовь Задорожная, Вячеслав Смирнов, UATV.